Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в криминалочку на серию Родина Ролеплей, Центральный Рокух. Итак, сегодня я буду меняться свой Lexus, буду менять на Камара. Камара ФТ вроде бы как. Доплата моя 1 миллион, я не знаю, я правильно делаю или нет, но давайте поменяемся, короче. Так, и что-то не пошло не так, да? Ну... Я ничего не понял. Так, стоп. Ну, это моя машина до сих пор. 2650, нет. Что-то он передумал. Го 5,7. Ну, такое. Мне 6 не нужно. Так, короче, вот он прибежал. Он, походу, умер или что? Он с Борьки, походу, прибежал. Никита Фернандзе. Фернандес, точнее. Я не знаю, блин. Камара у меня никогда не было, по сути, поэтому не знаю, есть смысл ли меняться Lexus на Камара. Ну, такое себе на самом деле. Какая-то Infiniti у нас тут стоит. Никита Фернандес. Хочется нам поменяться, типа, Lexus на Камару. Не знаю, есть ли в этом смысл вообще, ну, хз, посмотрим. Так, сейчас, короче, обменяюсь, походу, Туарег на этот обменяю. Так, бибикни. Все, я бибикнул, короче, так. Сейчас будем меняться Туарег на Lexus. Я хочу просто Туарег, потому что он прикольно выглядит, короче. Я все еще болею, пацаны. Я снимаю это видео в субботу, выйдет он, скорее всего, в понедельник. Да. Так, он предлагает мне, я хочу Туарег поменяться на... Ну да, Туарег на Lexus, в принципе. Пусть он предлагает. Так. Volkswagen Touareg. Номер, так. 3,5 миллиона. Все, мы обменялись, короче, с ним. Touareg, скорее всего, на Ростоковый, но я хотел себе очень Touareg, поэтому я себе его и купил. Так. Хуя себе кидать жестко просто. Так, дайте я возьму машину. Вот, все, заебись. Так, заводим двигатель. Скорее всего, наверное, стоковый. Сейчас посмотрим. Наверное, он стоковый, скорее всего. Сейчас посмотрим, сколько он едет. Ну вот, чуваки, я обменял Lexus на Touareg. Ну, потому что у меня джип хотелось какой-то. Поэтому вот теперь у меня такой джип теперь будет. Бать, конечно, у меня лагает. Просто пиздец, скажи, башня станки. Мне надо... срочно перезаходить, но надо тачку припарковать. Так, давайте набор починки купим. Мы купим баллончик, у нас где есть. Сейчас перекрасим его сразу, потому что мне цвет не нравится. Так. Пиздец, просто аж текстуры пропадают. Так, баллон. 156.1. Все, давайте его перекрасим по бурику. Туарег. Все, вот такой цвет вообще по кайфу будет. Так, все, садимся обратно в тачку. Репкар пишем. Заводим. И уезжаем, короче. Ну да, он не ФТ, видите, но у него... Он почти фуловый, но не фуловый, короче. Ебать, у меня текстуры пропадают, это пиздец. Так, чуваки, я продолжаю спустя пару дней, короче, эту серию, потому что тогда что-то не удалось мне записать. Да, я все еще болею. Блин, мне тупо осталось дня до день рождения, я еще не выздоровел. Это просто победитель называется по жизни. Просто, бля, если я... У меня реально есть 3 дня, чтобы выздороветь на свой день рождения, чтобы все было заебись. Надеюсь, я все-таки выздоровлю. Поддержите, пацаны, лайками обязательно тоже там. Спасибо всем, кто писал, чтобы я выздоравливал. Очень приятно. Прям очень приятно. Красавчики просто. Вот, короче, Touareg, какой я купил, точнее, обменялся. Я обменялся на Lexus и доплатил еще 3,5 миллиона. Ну, неплохо, я думаю, неплохо. Мне он, в принципе, нравится. Да, это, конечно, гелик. Гелики сейчас очень дорогие. Так, давайте посмотрим. Так, 83 у нас целостность, пробег 300 километров практически. Потом номера. Ну, номера такие себе, конечно.
Так, угу. Ну, больше ничего интересного нету. Кстати, у меня он, по-моему, не фуловый. А, слики, крылья, двери, керамические сцепления. Нету стробоскопов, короче, и автолока. Но это мы в следующей серии, наверное, поставим. Это, не знаю, есть смысл ставить сюда стробоскопы. И... как оно называется? Автолок, не автолок, в принципе, тема хорошая. У меня на всех машинах стоит, кроме вот этой. Не знаю, долго я купил ее себе или нет. Я все на самом деле там RS7 бы купил бы. Или еще какую-то тачку бы купил. Поэтому я не знаю. Сейчас поедем, кстати, черепах продадим. У нас есть одна рулетка, давайте ее покрутим. Так, ежедневная рулетка. О, у нас есть серебряная, так. Сильвер. Голд. Блин, ну голд рулетки, конечно, да, у меня нету. Ну ладно, давайте покрутим, пофиг, что выпадет, то выпадет уже. Без разницы вообще. Так, надеюсь, что-то хоть нормальное. Хотя бы деньги какие-то. Что-то долго крутится вообще. Экспиха, да? 64 тысячи, ну это уже неплохо, да, 64 тысячи нормально. Вообще заебись. Так, вот я приехал уже, давайте припаркуемся вот здесь, чтобы никому не мешать, короче. Продадим черепашек, ну, где-то выйдет, наверное, 1120. Двух черепах, нельзя теперь по три черепахи брать сразу. Да, 126 тысяч, еще одну черепаху продам, где-то будет 1060, я думаю. Ну и что ты дэмишь? 80. Ебать просто даунище, блядь, я просто в шоке. Просто карма, пацаны. От этого чувака, что меня убил, посадили в деморга на 85 минут. За ПДД. Просто лошара, блядь. Серьезно, я, сука, просто, блядь, садился в машину, меня взял, убил. Ну, долбоебы какие-то, реально. Хуя себе, блядь, аренда, блядь, 10 тысяч. Ебаный в рот, я не увидел сразу, когда арендовал. 10 тысяч аренда, я просто в шоке. 10 тысяч. Пиздец. Ну, это как-то многовато вам, не кажется, 10 тысяч аренда? Ну, такое. Бля, тут мутило еще и мою тачку спиздил, походу, да. Вон, я ее нашел на карте. Вот гандон просто. Реально какой-то гандон. Какой у него там ник, ебать? Часы Вильямс, ты гандон. Официально тебе заявляю. Блядь, обратно кто-то мою машину взял, пиздец. Она уже сзади, блядь, заебись. Ой, блядь. Как меня бесит такие, сука, дауны. Какие чужие машины, блядь, трогают. Так, я нашел свою машину, короче. Нехуй чужой брать. Заебали, блядь, своих машин нету. Ну, пиздец, реально. Это взламывают тачки. Нахуя, блядь, непонятно. Купите себе машину, блядь, они дорогие. Катайтесь спокойно. Кто же мою лодку пизданул? Прикольно, блядь. Ай, как они заебали, блядь. Вот в чем прикол чужой брать, вот серьезно. Такой бред, реально. Просто бред. Так, я посадил эти, блин, осьминогов, короче. За них я получу нормально бабок. А то я передо мной усадил, короче, они все пропали. Осьминоги эти. Ну ладно, в этот раз, думаю, точно не пропадут. Ну что ж, на это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city. She was from the outside, I was from the north.